We're slipping through the crowd. They can hear that sound. But you were on my frequency. Итак, начался второй день нашего пребывания. Завтра соревнования. Сегодня день загрузки, наконец-то, долгожданный. Загружаться просто одним сладким, конечно же, я не буду сегодня целый день, потому что мне будет просто плохо от этого, потому что сахар в крови будет зашкаливать, и инсулин просто нас с ума сведет. Ну вот, поэтому я буду есть, наверное, сегодня суши, постараюсь, также съем кусок мяса, ну и когда, скажем так, в перерывах буду поглощать те сладости, которые я вчера набрал в магазине. Сегодня у меня первый слой грима, я... В принципе, никогда не делал так, чтобы два разных дня грим наносить, просто мазался перед соревнованием и ехал. Но здесь ответственный момент, я хочу, чтобы грим лег хорошо, потому что достаточно часто я каким-то светлым оказываюсь на соревнованиях. Поэтому сейчас мы пойдем нанесем первый слой грима, это будет как база темная, я его потом смою, конечно, потому что если я в гриме лягу спать, во-первых, я все белье здесь попачкаю, во-вторых, он все равно, ну, я вспотею ночью или буду двигаться, он нам не сотрется. Поэтому я его просто смою, а завтра уже перед соревнованием непосредственно нанесу тот грим, в котором я буду выступать. Вот. После этого хотелось бы поехать все-таки в Convention Center, на Экспо, посмотреть, что там происходит. И, может быть, потом после этого немножко прогуляться вечерком по стрипу, посмотреть на Лас-Вегас ночью. Очень хочется все-таки насладиться светом его огней. Вот. Ну, а сейчас я сделал депиляцию, полностью сбрил все это. Все волосы на своем теле, и сейчас пойдем наносить первый слой грима. В общем, пошли мы, хотели намазаться гримом, там оказалось пусто, видно, рановато пришли мы, потому что я хотел немножко заранее намазаться. Ну вот, поэтому сейчас мы решили план чуть поменять, поедем в Convention Center, посмотрим, где будет само место происходить соревнований, чтобы уже завтра знать. Ну и погулять вообще, посмотреть, что там интересного происходит, познакомиться поближе. Ну и после этого уже решим, либо вернемся в отель, либо еще прогуляемся по центру Лас-Вегаса. Ура! Вот мы и добрались до Convention Center, и именно здесь завтра утром я буду выступать. Есть небольшой мандраж, но я его буду сдерживать. Я впервые на Олимпии, впервые на Экспо, очень хочется увидеть ее, сравнить с другими Экспо. Я был уже на многих европейских Экспо, да можно сказать, на всех практически. Вот, здесь впервые на американском Экспо хочется увидеть, и я думаю, что она меня не разочарует. Пойдемте-ка быстрее вовнутрь, потому что здесь сейчас солнце прям в зените стоит, жара, наверное, плюс 40. Вперед! Вот мы и добрались до сцены именно здесь. Завтра в 10:30 утра по местному времени мне предстоит выйти впервые на сцену Олимпии. Ощущения трудно описать. Небольшой мандраж, волнение, но самое главное, ожидание чего-то сверхъестественного, я, наверное, бы так сказал. Настрой боевой, концентрация максимальная. Я на 100% сосредоточен. Делаю все, что нужно, все, что от меня зависящее. Кардио даже сегодня еще с утра целый час делал, просто походил,
по улице, потому что бегать уже не могу, сил не хватает. Блин, слов просто нечего сказать, но я надеюсь, что завтра я покажу максимум, на что я способен, и надеюсь, это оценят судьи. Ругайте меня самыми грязными словами, держите за меня кулаки, потому что завтра русский парень будет стоять на сцене Олимпии. Ребятки, я решил купить вам сувенир на подарок, майку с Олимпии, я на ней распишусь, и я думаю, это или какое-то из видео с Олимпии, я буду разыгрывать эту майку для вас в конкурсе репостов на своей странице ВКонтакте. Поэтому, если захотите получить настоящую майку с Олимпии с моей подписью, участвуйте в конкурсе, и вы можете выиграть этот приз. Cause the scars are where prove that it's true. And the ones that bleed remind me of the war that we went through. Ну что, мы прогулялись немножко по стендам. Я думал, минут на 15-20 зайдем. Блин, 2 часа ушло все это обходить. Потому что знакомые лица, некоторые ребята, американцы, с которыми я тренировался или общался, подошли ко мне, я к ним подошел, перекинулись пару словами. Ну, здесь так принято, как дела, как семья, какие планы. Попробовал разные батончики, блин, такие вкусные, если честно, очень есть. Прям чисто peanut butter, то есть ореховое масло, прям как в магазине питания. Что интересного, я сравнил с выставкой FIBA, в которой бывают часто в Германии. В принципе, примерно то же самое. Хотя, знаете, нет, немножко с другим уклоном. Представьте, вот кто был в европейских городах, когда вечером идешь по какой-нибудь Walking Street или в Таиланде, в Бангкоке, ты везде клубы, 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 и с каждого клуба играет музыка. И чем больше клуб и громче музыка, тем больше людей туда собирается. Вот здесь то же самое. Такое ощущение, что я сейчас гуляю где-то по Walking Street, и везде одни клубы, потому что с каждого стенда нереально громкая музыка. Сидит диджей, играет действительно прикольную, классную клубную американскую музыку. Можно так встать, послушать. Многие пританцовывали, ну а если там еще выпить, типа, и можно вообще оторваться. Вот, на каждом стенде что-то дают бесплатно, обязательно попробовать либо протеины, либо БЦА, либо те же самые батончики. В общем, если вы голодный, придете сюда, то вот все отсюда точно голодным не уйдете, получите свою норму белков, жиров, углеводов и спортивного питания. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно гулять по выставке, нужно ехать сейчас домой. Ну, наверное, не домой, а мы поедем куда-то покушать, я думаю, риском надо подзагрузиться мне еще, пока можно. После этого поедем отдыхать в отель, либо пойдем на большое мероприятие, на, конечно, ну, сама Альянс-арена, где будет сегодня предварительное судейство в большом бодибилдинге и у девушек в бикини. Ну вот, так что поехали дальше. Ребятки, загрузка продолжается. Чем мне нравится в американских кафешках, у них есть такие предложения, типа платишь там сколько-то денег, в данном случае $27, и ешь суши сколько влезет, тебе дают целый лист, и, ну, в общем, можно заказать штук 300 суши, роллов там безлимитное, в общем-то. Поэтому сейчас потихонечку начинаю грузиться всякой вкусняшкой, ну, без соевого соуса, правда. Ну что, друзья, вот и наступил тот день, которому я шел 4 месяца.
Не знаю, что он принесет, не буду ничего загадывать. Сейчас время почти 7 часов, пойду на грим. Вчера все-таки я его так и не сделал, потому что думаю, блин, буду спать. Трешься о белье, о простыни, и он все равно смазывается, пятнами может пойти. Поэтому сегодня просто хорошо темненько намажусь. В 7 часов и 8.30, наверное, будем выезжать. В 10 уже начинаем стартовать. Ну, время на самом деле уже идет, надо идти мазаться, поэтому пойдемте, будем краситься. Hi. Oh, my name is Denis Gushev, Russian. Yes, very good. Okay, 7 p.m. What is you can have a seat, because we'll get in a second. Okay. В общем, надо немножко подождать, кого-то уже красят. No. Что, на меня сейчас нанесли первый слой, будут в два слоя наносить, первая основа, сейчас я еще не очень темный, но примерно минут 10 пройдет и он проявится, я буду очень черный. И потом сверху еще второй слой, ну вроде немножко прорезаюсь. Вот, поэтому посмотрим, второй слой нанесут, уже тогда увижу настоящую свою форму. Осталось ждать недолго.
дней назад, когда я выложил фотку, что я ел просто куриные грудки, пост он написал, что мы сидим по несколько донатсов после тренировки. И вот сейчас, как вы видите, пост он принес. From me to my best friend here in Russia, I give you some Texas-sized donuts, big-ass yeah, donuts. Yeah. Give me one. Try this one. Okay. I eat that one. Sorry. Which one? This one. This one. Yes. Он мне выбрал розовенькие донатсы. Вкусняшка. Thank you so much. You're welcome, brother. Sort of taste it. Enjoy. Further 21 on the USA.